Вот и пришло время новых приключений. Теперь я оказался в Осло, столице Норвегии. На международном оперном конкурсе «Королевы Сони». Куда бы ты ни ехал, куда бы ты ни шел, Родина всегда последует за тобой. Первый день Осло подходит к концу. Вчера на жеребьевке я вытянул номер 12. Это значит, что я выступаю в первый день, где-то в середине. А сегодня у меня репетиция с концертмейстером. Короче, пришел концертмейстер репетировать. My name is Сережа, what is your name? Марина. Куда бы ты ни ехал. Марина. Сегодня я пою, распеваюсь, готовлюсь. Надо зажечь. Я готова. Ludicrous kill. Около 30 часов ожидания результата второго тура. Такое сильное опустошение ожиданием, что даже ничего не происходило. Тем не менее, второй тур! На репетицию второго тура! Только что отпел второй тур. Теперь до вечера ждать результатов. What about you, Sergey? How are you feeling? Mama, I'm in television. Yes. If somebody will invite me to Norwegian opera theater, I will say yes, of course. Why not? What's the name of your hometown? Prokopievsk. Okay. Wonderful. Just find on the Google Maps. I will do. I will do. Sergey Kadilov. We'll watch you at the final. Yes. Три дня до финала. Держу путь в театр. Генеральная репетиция. А завтра уже все? 23 августа. День последний. Сегодня вечером финал. Я понимаю, что последние дни бложек выглядят очень скучным. В каком-то смысле это очень честно, потому что последние 3 дня действительно были очень скучными. Бложек эту скуку как раз и отражает. И вот что интересно, что ты, дорогой зритель, сейчас смотришь это видео и, скорее всего, ты уже знаешь, каков будет результат сегодня. А я этого еще не знаю. В этом есть что-то очень глубокое и психологичное. В такие моменты очень явственно чувствуешь, насколько мозг зависит от контроля.
и длительное ожидание результата приводит его в какую-то панику. В ходе этой паники ты постоянно мучаешь себя всевозможными версиями того, что произойдет в будущем. Конечно, это не такая уж уникальная ситуация в нашей жизни, но конкурсные условия это все обостряют. Сейчас 15:46, начало концерта в 7, результаты будут где-то после 9. Удивительно. And then... Excited? Saigai Kayadolo. Leave your name and everything. Thank you to my parents, thank you to my wife, thank you for my country, thank you maestro, thank you jury, and thank you audience. I'm so happy. Aww. Thank you.